Привет всем! Мы сегодня покажем, как в посуде МЦ можно приготовить красную качанную капусту на гарнир. Емкость 3,5 литра. Наливаем немного масла. Количество масла зависит от ваших желаний и вкусов. Высыпаем лук. Капусту. Добавляем яблоки, 4 яблока у нас здесь. Кусочек сливочного масла. Лавровый лист, перец горошком. Соль, перец. Закрываем крышкой. Плиту включаем на букву А, автомат. И на аудиотерме выставляем 10 минут. Два раза на правую кнопочку нажали. Программа морковь. Сигнал, прошло время. Выключаем плиту на 0. Аудиотерм выключаем, нажав на две кнопочки одновременно вместе. Крышку ставим в гараж и перемешиваем. Мы хорошо перемешиваем, пробуем специи, посолить, поперчить. Можно другие специи добавить по вашему вкусу и желанию. И мы нальем немножко глювайна вина. Закрываем опять крышкой. Плиту переключаем на букву А на автомат. И выставляем на аудиотерме 5 минут. Программа «Морковка». Выключаем плиту на 0. Аудиотерм тоже выключаем, нажав на две кнопочки одновременно. Крышку убираем. Еще раз перемешиваем, и все готово. Можно кушать. Если для вас капуста еще немножко жесткая, тогда оставьте просто на плите постоять, она дойдет.